Короче говоря, я скачал читы в Standoff 2. Автор данного видеоролика категорически против всех читерастов. Не повторяйте это дома. Это было обычное субботнее утро. Я встал, посмотрел мои планы на день, это был очень загруженный день. Дальше я проголодался и пошел кушать. По пути на кухню я нашел 1 рубль. Сегодня точно мой день. Еда сегодня была особенно вкусной. После еды я подумал, как же много я всего сделал. Надо хоть немножко отдохнуть. Сел за компьютер и открыл эмулятор. Решил почитать сообщение. Кент, ты нуб! Кент, ты бот! Рогал, где ты на язычах? Кент, ты топ, хоть и на полный! Я подумал, это же неправда! Решил зайти в закладку и посмотреть, кто тут батя. Я играл. Долго играл. Посмотрел на статистику, всплакнул и подумал, что хорошо, что никто не вызывает нубом. А не показалось. Начал по привычке их называть стрим-снайперами, но потом понял, что что-то тут не так. Я решил все изменить и начал тренироваться по видео киберспортсменов, даже пересмотрел все демки скилла и записывал все его мувы. Байт на дефьюз, сбрасывание оружия, перетяжка. Мне казалось все проще простого. Я решил зайти в еще одну катку, я был на плюс морали. Я зашел в игру. Первый раунд мне дали хедшот. Второй раунд я взял UMP и начал простреливать двери. У меня закончились патроны, мне жопа. В третьем раунде я решил взять АВМТХ. Все тиммейты сбежались и начали смотреть. Я начал хвастаться и всем в чате писать, что они бомжи. Мы полегли спина к спине. Я понял, что настало время собраться, и я решил закрысить на базе. Я увидел противника с АВМ. Я сделал 2 предупредительных выстрела, чтобы никто меня не обзывал крысой. Только потом я его замочил. Yes! Мой первый килл. Но меня все равно обозвали крысой. Я уже представлял себя на турнире. Представлял, как я купаюсь в деньгах. А потом... Салам алейкум. Вставай на работу, пора. Стоп, это не то видео. После этого к команде противника подключился максимально подозрительный игрок. Он начал летать. Я подумал, что это Супермен. После этого он начал всех перестреливать со своей базы. И я подумал, что это читер. Ну и говнюк он. Для того, чтобы уравнять силы, мне надо тоже скачать щиты. Я начал искать плеймарки, но почему-то при любом запросе выдавала Brawl Stars. Наверное, не так ищу. Вспомнил, что 3 года назад мой друг Саня играл с щитами. Набрал его. Он 2 часа говорил, что такого не было, ну а потом все-таки признался, что было 1 раз и то по пьяни. Я сказал, кидай ссылку. Он скинул ссылку. Но почему-то вместо щита там был голый Саня в бассейне. Набрал его. Он сказал, что перепутал и сказал, чтобы я никому не говорил. Еще раз скинул ссылку, я скачал и установил щит и решил зайти в Standoff. Первым делом я поменял ник на Нагибатор 2008, ну а теперь можно проверить щиты в деле. И тут я услышал... Кент, ты нуб! Я мысленно представил, как я делал 10 хедшотов за 1 секунду этому парню, как вдруг... Ваш аккаунт забанен, причина щиты... Чё нахрен? Подумал я и набрал Саню. Саня сказал, что меня не знает и вообще, чтобы я ему больше не звонил. После этого видео, где он голый бегает по бассейну, я отправил всем нашим общим знакомым. Короче говоря, я скачал читы.